5 миллиардов рублей выделено на развитие дорожной отрасли Чувашии в этом году. Что нужно предпринять, чтобы дыры в асфальте не привели к дырам в бюджете, обсуждали на совещании по антикоррупции. Какая сумма выделенных средств идет на конкретные цели, а какая расходуется не по назначению? В этом году сотрудники экономической безопасности МВД России провели 21 проверку. Выявлены два факта хищения бюджетных средств, связанных с исполнением муниципальных контрактов на содержание дорог на общую сумму, превышающую 3,2 миллиона рублей. Оба преступления являются коррупционными. Одно совершено в крупном, другое совершено в особо крупном размере. Вопросов по содержанию дорог у проверяющих немало. Эффективность использования средств в этом направлении проверил и республиканский Минфин. Выявлено нарушение на сумму 243 миллиона рублей. В одних районах республики, Цивильском и Брестинском, содержание 1 километра дорог дороже, в других, Аликовском и Аргаушском, дешевле. Суммы разнятся от 59 тысяч рублей до 120 тысяч. Фактически мы увидели, что отсутствует единый подход при определении методов определения начальной максимальной цены в муниципальных районах. Из 21 муниципального района 13 определяли цену или обосновывали цену контракта проектно-сметным методом, 3 методом сопоставимых рыночных цен, 2 нормативным методом, 2 затратным методом, 1 иной метод. Для эффективного использования бюджетных средств руководители ведомств предложили внедрить единый метод расчета цены контракта. В сфере строительства дорог ситуация другая. По итогам проверки Росавтодора в 2017 году по проектам, финансируемым из федерального бюджета, общим объемом более 2 миллиардов рублей, это безопасные качественные дороги, устойчивое развитие сельских территорий, Московский мост, каких-либо финансовых нарушений, в том числе фактов нецелевого использования средств, выявлено не было. По данным казначейства тоже таких данных не выявлено не было. Глава Чувашии Михаил Игнатьев отметил, механизм освоения бюджетных средств максимально прозрачен, что позволяет оперативно находить нарушения, и поставил задачу – эффективно расходовать каждый бюджетный рубль и контролировать качество выполняемых работ. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Борис Андреев, Республика.